Иногда бывает, что между человеком и его городом возникают особые, необычные отношения, благодаря которым и для людей, не родившихся в этом городе и не видевшим его, он все же становится близким и любимым. На какой город мира похож Бобруйск? С каким бы городом вы его сравнили? С Парижем. Почему? Почему? Знаете, такие маленькие улицы. Мне кажется, он такой маленький. Почему бы не европейский город? Вполне. Вполне. Может быть, как Прага. Что-то в нем есть. Зальцбургом. Почему? В принципе, такой же почти. Люди такие же. Какие такие? Ну, вообще общаются так же, как бы. Только на другом языке. С Нью-Йорком? Как в Милане, там магазины такие же, как у нас. С каким городом мира можно сравнить Бобруйск? Наверное, ни с каким. Почему? Потому что он самый лучший. И все-таки, что ни говори, а у Бобруйска свой собственный особый колорит, равных которому просто нет. Здравствуйте, с вами Надежда в городе Бобруйске. Начнем с отличной новости для тех, кто следит за своим здоровьем. В Бобруйском онкодиспансере начал работать компьютерный томограф. Это аппарат нового поколения, и нам, бобруйчанам, придется очень кстати. Аппаратов такого уровня в области пока два. Один в Могилеве, а второй у нас в городе Бобруйске. На него затрачена достаточно большая сумма, 11 миллиардов рублей, 150 миллионов. Вот. И аппарат действительно был необходим. Обладает, скажем так, инновационным программным обеспечением, которое позволяет ускорить диагностику и улучшить ее качество. Позволяет произвести исследования пациентов всех органов систем, включая скрытые области, которые до этого были, скажем так, недоступны банальным рентгенологическим исследованиям, в частности, головной мозг, органы брюшной полости, органы грудной полости, малого таза и так далее. Персонал уже отлично знает, как работать на новом томографе. Подготовку проходили в Москве. Как специалисты, сразу поняли разницу между старым, предыдущий томограф отслужил 10 лет, и новым медоборудованием. Основное преимущество этого аппарата – заключается в увеличении скорости обследования для пациента, которая длится несколько секунд. И по сравнению с аппаратами предшествующих поколений происходит снижение дозовой нагрузки. То есть доза облучения организма при исследовании на новом аппарате почти в два раза меньше. А еще томограф трудится в максимальной весовой категории. Что это значит? А вот что. У нас был предел 120 кг, данный аппарат позволяет исследовать пациентов до 200 кг. То есть ограничений по весу практически нет. Пациентов здесь принимают с 8 утра до 8 вечера по направлению врача. Бесплатно пациенты города Бобруйска, Бобруйского района. Также 5 обслуживаемых районов. Это Осиповичи, это Кличевский район, это Гурский район, это Кировский район. Ну а если ждать не в моготу и вы хотите обследоваться незамедлительно или живете в другом регионе, вместе с направлением вам понадобятся финансы. Прейскурант цен утверждается. А лучше будьте здоровы у нас в городе Бобруйске. Грустная весть пришла к нам из Санкт-Петербурга. Не стало Абрама Рапкина, нашего земляка, известного художника и писателя. Все его детство прошло в Бобруйске, в старом еврейском доме на улице Шоссейной. Он очень любил родной город и готов был часами рассказывать о нем. С Рапкиным наша съемочная группа встречалась ранней весной этого года. У него было мало сил, но Абрам Исакович мужественно выдержал съемки. Смотритесь в этого человека. Помните его. –
Абрам Рапкин родился в Бобруйске в 1925 году. Вот в этом доме, где сегодня, живут совершенно незнакомые ему люди. И улица Шоссейная, о которой Абрам Исакович написал книгу «Вниз по Шоссейной», ему тоже почти незнакома. Изменилась, да и название носит другое – улица Бахарова. Старый Бобруйск остался в воспоминаниях и работах. У художника большой цикл картин «Город моего детства». Вот уже вот это кино «Пролетарий». Самые лучшие фильмы мы видели здесь. Особенно перед войной. «Болотные солдаты» был такой, «Семья», «Пингейм». Сегодня здание бывшего кинотеатра выглядит так, а таким его помнит Рапкин. Там пели местные, ну, певцы какие-то хорошие даже. А один певец допустил страшную ошибку. Он пел песню о Сталине, а у него получилось вместо «А» он выговаривал «О», получилось «Сто». «Столин – наша слава боевая», а «Столин» – это был директор, плюгавенький такой, горбатенький человечек, директор магазина на социалке. Его немедленно оттуда, значит, убрали, этого человека. Недалеко от бывшей шоссейной здание музея. Вернее, до войны здесь был музей, созданный бобруйчанином Цодиком Славиным. Рапкин с болью вспоминает о судьбе этого человека, который в 1937 году решился вступиться за исторические ценности, которые планировали уничтожить. Там, во-первых, были могилы ксенцов, и был камень, на котором благодарили бобруйчан, беженцы от первых немцев в той войны. И он говорил, что не надо это сносить, надо это оставить. А вот это, в общем, привязали, что антисоветское какое-то выступление. В музей пришли с проверкой. Роковую роль в судьбе Славина сыграла подшивка старых журналов. Они стали листать, а там враги народа. А ночью его забрали, Славина, а потом его расстреляли. Горбатая с холма на холм Шоссейной уходила на запад. Оттуда по этой дороге пришли в Бобруйск враги. Многие, как и семья Рапкина, закрыли ставни и покинули город. Тех, кто остался, ждали трагические судьбы. Адам Исакович вспоминает о знаменитом бобруйском аптекаре, человеке, который спас не одну жизнь. Когда всех сгоняли в гетто, из уважения к нему пару дней его не гнали. А потом пришли два немецких офицера с полицаем и сказали, надо завтра перебраться в гетто. Он приготовил снадобье, яд, собрал свою семью, и вечером они пили чай. В общем, он сказал, что где-то мы не пойдем, там тесно и унизительно. Давайте лучше выпьем этот чаек и все. И они все покончили с собой. Давно снесли бывшую аптеку, а вот синагога, которая стоит через дорогу, к счастью, цела. Перекресток Маркса и Социалистической, где сегодня пешеходная улица. Пожарный переулок, окно в старом Бобруйске. У Адама Рапкина более 400 картин, посвященных нашему городу. «Ушло вдаль детство», – вздыхает Адам Исакович. «Ушли люди, которые жили когда-то на Шоссейной улице. Нет даже самого названия этой улицы, но осталась память. Добрая и долгая память, в которой все еще живы и счастливы». Между прочим, когда Рапкин выставлял свои картины в Америке, были желающие купить работы, но художник ничего не продавал. По его словам, картины принадлежат родному городу. А в этот зимний день мы отправимся на прогулку по другой, не менее легендарной улице Бобруйска – Инвалидной. Правда, сегодня она носит название «Улица Энгельса». На весь мир Инвалидную прославил Эфраим Сивелла в своей знаменитой книге «Легенды инвалидной улицы». Однако все по порядку. Пожалуй, самая легендарная улица старого Бобруйска – улица Энгельса, бывшая Инвалидная. Именно с ней связано множество былей и небылиц о прежних ее жителях, которые почти все были евреями. На этой улице родились и выросли знаменитые люди, в стихах и прозе рассказавшие о ней всему миру. Инвалидной улице посвящались не только строчки, но и целые книги. Вы читали легенды Инвалидной улицы Эфраима Сивеллы или Стон Леонида Коваля? Именно со страниц этих книг открывается прежняя улица Инвалидная.
Благодаря этим людям об инвалидной улице узнали действительно далеко за пределами Бобруйска. Чем же она примечательна? Прежде всего, своим географическим положением. Вот как его описывал Сивелла. Если какая-нибудь иная улица начиналась, скажем, там у поля и заканчивалась, скажем, где-то возле леса, то наша, извините, ничего похожего. Наша начинала, имела свое начало от стадиона «Спартак» и заканчивалась садом «Кустарей». Есть право- и левосторонние движения. В какой-то мере по этому принципу поселились и обитатели инвалидной улицы. Тогда до войны, как вот Севелла вспоминал, что на правой стороне жили более зажиточные жители города Бобруйска, в основном еврейской национальности, а на левой стороне жили, к сожалению, нищие жители этой улицы. Как правило, они не очень ладили. Но иногда вся улица объединялась в одну большую семью для общего доброго дела. Общий язык находили зажиточные горожане, извозчики, сапожники, парикмахеры, плотники, балаголы. Кстати, вы знаете, кто такой был бобруйский балагол? Уважаемый человек. Его нельзя было представить без лошади и фуры, на которую он набрасывал гору центнеровых мешков с мукой или сахаром, укладывал в свои дроги пирамиды кирпичей или бревен. Нет уже старой улицы инвалидной. Почти забыты известные всем когда-то слова «Лойма Хевра», что по-еврейски означает «семейство». А на улице Инвалидной изо всех сил заботились о своих многочисленных хеврах. Но вернемся к истории улицы Инвалидной. Свое название улица Инвалидная получила в 1876 году. Но вовсе не потому, что здесь жили сплошь калеки, инвалиды, убогие. Ее так назвали в честь ветеранов войны 1812 года. Ветеран, заслуженный человек. Так в переводе с французского звучит слово «инвалид». Хотя у крепких местных еврейских парней было и другое объяснение названия «инвалидной улицы». Парни с соседних улиц соваться сюда не смели. Как писал все тот же Эфраим Севелла, была реальная перспектива уйти с инвалидной улицы действительно инвалидами. Свое название «Инвалидная» сохранила до 1925 года, когда была переименована в улицу Энгельса. В годы немецкой оккупации с 1941 по июнь 1944 к ней временно вернулось прежнее название «Инвалидная». Затем снова имя одного из основоположников марксизма. В судьбе инвалидной фашисты оставили и другой след, трагический. С этой улицы потом всех евреев отправили в Каменку, это в 12 километрах от Бобруйска в 1941 году. Они все лежат там. Что осталось от прежнего колорита легендарной улицы? Разве что старая застройка, деревянная, одноэтажная, с резными ставнями и наличниками по моде ушедшего века. А ведь в свое время Леонид Коваль писал о ней. Инвалидная улица. Разноязычный говор, крики, пение, плач. Звуки жизни, пестрой и теплой, делали ее похожей на старое лоскутное одеяло. Вы когда-нибудь видели некрасивое лоскутное одеяло? И чтобы под ним было холодно. Многоцветность – это уже гарантия тепла. Между прочим, в начале 20 века бобруйчане мало считались официальными названиями улиц. Например, улицу, которая носила имя Муравьева, современную социалистическую, именовали Невским. Название дали в шутку. Просто на улице хватало луж, которые высыхали лишь в самое знойное лето. Кстати, недавно в Бобруйске состоялась ретроспектива фильмов земляка, писателя и кинорежиссера Эфраима Севеллы. Севелла, настоящее имя Ефим Драбкин, родился в Бобруйске. Судьба его была нелегкой. В последний раз в родной город он приезжал в 80-е годы в условиях строгой конспирации. Каким был этот человек, покажем мы. Расскажет он сам. Как вспоминал сам Севелла в своей знаменитой книге «Легенды инвалидной улицы», маленьким он очень любил ходить в кино. И, боже мой, как бы он был счастлив, если бы дожил до момента признания здесь, в родном его сердцу Бобруйске. Фильмы Севеллы шли на большом экране в кинотеатре «Товарищ». Раньше не демонстрировались его фильмы ни у нас, ни, наверное, где-то еще в таким широким показом. Для кого-то это будет узнавание имени Севеллы, а для кого-то напоминание о его творчестве. Фильм «Господи, кто я?» Севелла снял о себе. Я Эфраим Севелла, писатель и кинорежиссер, написавший много книг и издавших 120 раз разными издательствами мира на разных языках.
В своем фильме Севилла ни словом не обмолвился об Бобруйске, городе, где родился и вырос. Хотя, по рассказам очевидцев, безумно любил его и часто вспоминал. Может быть, ему не хотелось бередить старые раны, ведь именно здесь умерла его мать. Умерла после того, как узнала страшное. Ее сын – шпион. Однако все по порядку. Севилла воевал, после войны закончил журфак БГУ и работал в Москве. Писал сценарий для Мосфильма, снимал кино. Пока в 1971 году его не выдворили из СССР. Еврей Севилла был в числе тех, кто выступал за право еврейского народа вернуться на историческую родину. В стране, где десятки лет все было заперто, все ворота, никто не мог покинуть ее. И вдруг отважилась небольшая группа безоружных людей. И в приемной президиума Верховного Совета самого Кремля бросила вызов правительству. «Отпусти, народ мой, откройте ворота, дайте людям выезжать и въезжать, как это водится в цивилизованном мире». И добились. Евреев стали выпускать в Израиль. Севилла тоже улетел туда с клеймом. Советская пресса назвала его предателем, агентом американского империализма и международного сионизма. Так он потерял мать. А потом было рождение сына и участие в израильской войне. Сколько было счастья в его глазенках, когда он обнял вернувшегося с войны отца живым и невредимым. Но жизнь опять распорядилась по-своему, и Севилла вынужден был уехать в Америку с клеймом «агент КГБ». В 90-е годы из Америки вернулся в Москву, продолжил снимать фильмы, но так и не обрел устойчивой почвы под ногами. Господи, кто же я? Диссидент, солдат, кинематографист. Для нас Эфраим Севилла в первую очередь бобруйчанин с нелегкой судьбой. И пусть нет сегодня в городе памятника Севилле и давно переименована в улицу Энгельса прославленная на весь мир инвалидная, он все равно здесь. Фима Драбкин. Мальчик, который очень любил Бобруйск. Хорошо, когда на любой улице, в любом доме Бобруйска соседи живут дружно. И ходят друг к другу в гости, и поздравляют с праздниками. Например, с Рождеством и Новым годом. Думаю, никто не отказался бы от хороших соседей. Итак, риторический вопрос. Дружите ли вы со своими соседями? Ну не ходим же каждый день в гости. Просто здороваемся. Что надо, расскажем, встретимся. Дружите ли вы со своими соседями? Какие у вас с ними отношения? Конечно, дружу. С соседями замечательные. Знаю практически всех в лицо. Ходим друг к другу в гости. А у меня практически нет соседей. Я в деревне живу. А вот у меня соседка сломала бедре ноги. Я к ей хожу помогать. Делаю ей, схожу в магазин, все делаю. Мы очень дружим хорошо. Иногда вечерами, вот особенно в детстве, да, сидели, собирались, брали гитару, отдыхали. Ну, я знаю, что на Фандоке там у нас во дворе сидели, играли мужчины, потом все убрали. О, мы раньше жили вот здесь, вот на Чангарской. У нас дружный двор был. 8 квартир вообще до сих пор, помним, уже 20 лет там не живем. Ну, воспоминания отличные. Наступающие праздники обязывают задуматься не только над тем, с кем вы их проведете, но и какое угощение будет на столе. Оставим индейку американцам, а сами приготовим, ну, например, котлеты. Скажите, слишком просто для праздника? А если это котлеты по-сиротински? Модест Сиротин – тот самый повар из Бобруйска, который кормил маршалов Жукова, Рокоссовского и Василевского. Так что берите рецепт на вооружение. Сегодня мы приготовим фирменное блюдо мужика, который 3 генералов прокормил. И не просто 3, а целую советскую армию. Дима нам поможет. Дима, что мы готовим? Мы готовим филе по-сиротски. Или по-сиротински. По-сиротински.
Действительно, молодые повара легко сократили фамилию нашего великого бобруйского повара. А вот старшее поколение прекрасно помнит, кто такой Модест Сиротин. Слышала, что он, конечно, был или поваром, или шефом. Он не занимал большую должность, но руководил полностью всем здесь. Я знаю, что это знаменитый бобруйский повар. В ресторанах Бобруйска до сих пор готовят блюда по его рецепту. Пока повар бобруйского ресторана «Червоная вежа» нарезает и отбивает куриное филе, у нас есть время узнать о местной кулинарной знаменитости чуть больше. В годы войны фронтовой повар Сиротин кормил маршала Жукова, Рокоссовского и Василевского. Был личным поваром командующего 3-м Белорусским фронтом Черняховского. Мы из твердого сыра натертого добавляем туда яйцо сырое и все это перемешиваем. Может, мясо здесь лишнее? По сиротинскому рецепту мясо должно быть ровно 94 грамма. Но, похоже, Дмитрий охватил юношеский максимализм. На сковородку отправляется половина куриной грудки в сырно-яичной шубе. Вот из этой тонкого филе такие вот полосочки. После войны Модест Сиротин вернулся в Бобруйск эпатажно на новенькой «Волге». Черняховский ему подарил легковой автомобиль, который был единственным в городе Бобруйске. Ветеран войны стал шеф-поваром. Сначала столовых военторга, потом столовый «Теремок». А немного позже – шефом ресторана «Бобруйск». Но своим рабочим местом по-прежнему считал не кабинет, а кухню. Когда он перешел уже в 3 столовых ресторанов, у него были очень большие объемы. Это, значит, были уже в ресторане «Бобруйск» делегации. И здесь он получил Орден Дружбы Народов. А наше сиротинское филе уже в духовке. Осталось приготовить украшение. Чуть-чуть придавливать надо. Нет, мне не нравится. Я буду резать. Вот это нож. Попробуем не сделать филе по-сиротински с дамскими пальчиками. Модест Вульфович Сиротин прожил долгую жизнь, работал до последнего дня. Его медали и ордена хранятся в Краеведческом музее. Коллеги и ученики не первый год добиваются, чтобы в музее организовали стенд, посвященный великому бобруйскому повару. А вот в народной памяти его рецепты живее всех живых. А наш кулинарный шедевр тоже практически готов. Вот такая сиротинушка у нас получилась. Филе по-сиротски, приятного аппетита. Филе по-сиротински, приятного аппетита. Наш город Бобруйск самый хоккейный в Могилевской области. И за это стоит поблагодарить местную команду «Динамо Шинник», которая в этом сезоне подарила болельщикам немало приятных эмоций. Спасибо, парни! Малышня смотрит на вас и подтягивается. Ничего, что пока не совсем получается правильно держать клюшку в руках и попадать по шайбе, тренеры научат. Разминаем руки, приседаем, все в движении. И затем по свистку начинаем работать с упражнением. Понятно? Всем на лёд. 7, 6 и даже 5. Это не детская считалка. Это возраст, с которого здесь начинают преподавать азы хоккея. Каждый день на Бобруйск-арену мамы и папы приводят своих чад. Они все, когда приходят, они все хотят быть нападающими. Как правило, нападающими. А потом уже со временем где-то что-то уже понимают. Кому-то не позволяют данные, кто-то медленный, кто-то... Ну, там разные нюансы бывают. Кто-то слишком крупный, неуклюжий, больше становится защиту ставит. Потому что нападающие, как правило, более юркие, которые такие. Мы с головой еще думаем. Хоккей в Бобруйске – это модно. На главную команду города ходят семьями. Также семьи приходят и на тренировки детско-юношеской школы. На майках мальчишек города красуются их имена и фамилии. Наша задача сейчас, вот, когда мы набираем этих малышей, чтобы у них понравилось, им понравилось, как учиться. Чтобы они не отвлекались на эту улицу, на все остальное. А потом со временем будет видно уже, кто чего стоит. Те, кому уже 7 лет и занимаются 3-й год, пробуют свои силы в соревнованиях.
За семилетками подтягиваются и такие малыши. Свои шаги в хоккее они только начинают. Шайбу любишь забивать? Люблю, но еще не зависаю. Еще ни одного не забил? Ну я забилите, я еще учусь кататься. От Антона не отстает и Даник. У него, говорит, с шайбами уже полный порядок. Мне нравится заниматься хоккеем. Это очень зарядный спорт. Ну что нравится больше всего? Забивать головы. Много забил? Я не считал, сколько я забиваю. Ну, значит, много, да? У них еще все впереди. Впоследствии кто-то из них, возможно, и станет профессиональным хоккеистом. Пока же за результат больше радуются родители. Они-то уж точно видят в своих малышах будущих звезд хоккея. Уважаемые бобруйчане, кто еще в этом сезоне не стоял на коньках, исправляйтесь. Зима как-никак, Новый год скоро. Кстати, в нашем городе развернутся праздничные ярмарки. Время работы с 11 утра до 16 дня. А у меня для вас сюрприз. Снова встречаемся через недельку на телеканале «Беларусь-2». Грех упускать возможность поздравить бобруйчан и всех наших зрителей с наступающим Новым годом. На этом прощаюсь. Я Надежда, и вы знаете, где меня всегда можно найти. В городе Бобруйске.